Привет, дорогие друзья! Сегодня я получила посылку с сайта 1688. Заказала в посылке футболки для детей. Почему заказала именно с этого сайта? Потому что на Таобао все футболки по 20 юаней, по 30. По 30 юаней более-менее такие неплохие футболки, а по 20 юаней ну, дешевые и не очень интересные. На этой фабрике я заказывала уже очень много вещей, и вещи очень качественные, натуральный хлопок, все, принт очень хороший, футболки не выстирываются, достаточно ноские, поэтому решила опять заказать с этого сайта. Единственный минус то, что на этом сайте все футболки можно заказывать только рядами. Ну, не на сайте, а на этой фабрике футболки можно заказывать только рядами, потому что они продают оптом. Соответственно, каждой футболки у меня по 6 штук, то есть 6 размеров. Ну, поскольку детей у меня двое, я решила, что дешевле будет заказать на этом сайте, потому что там футболки сейчас акция проводится по 9,90. Это будет дешевле, то есть получается, что 6 футболок на этой фабрике стоит мне 54 юаня. 54,6 юаней. Соответственно, если я даже беру две футболки, то две футболки мне получается по 27 юаней с копейками. Вот. Это дешевле, чем на Таобао по 30 юаней покупать. Но остальные все футболки, как правило, я пристраиваю, то есть подружкам, знакомым. Вот. И поэтому мне получается значительно дешевле покупать с этого сайта, нежели покупать на Таобао. Давайте приступим. Сейчас я распакую посылку, покажу, какие футболки я заказала. Так. Вот такой огромный мешок футболок мне пришел. Заказала я там 11 видов футболок, то есть получается, что в этом мешке должно прийти 66 футболок. Сейчас мы все вытащим и посмотрим. Производитель отправляет вот такой вот листок, на котором изображено, сколько футболок, то есть получается вот 11 футболок, каждой по 6 размеров, начиная с 18 месяцев, либо с 12 месяцев до 5 и до 6 лет. Футболки идут полноразмерные, то есть у меня девочки 5 и 6 лет. Футболки на 5 лет, как правило, на старшую дочку как раз. Посмотрим, померим, все увидим. Ссылку на магазин я оставлю в описании, где вы сможете посмотреть. И я думаю, что там еще очень много интересных вещей. То есть следующие распаковки я буду, скорее всего, снимать футболки с длинным рукавом. Сейчас просто не сезон, в Гуанчжоу очень жарко, и поэтому футболки только с коротким рукавом я заказала.
Так, вот у нас получилось 11 футболок разных. Сейчас я буду скрывать размер, тот, который подойдет для моих девочек. Ну, начнем сначала. То есть я смотрю по списку, какие футболки вначале. Так, здесь у нас идет весь размерный ряд. Я думаю, что я открою футболку на 5 лет. Вот она, вот размер. И ее посмотрим. Вот такая белая футболка с очень ярким принтом. Вот такая футболка. Здесь на плечике клепочки. Фирма это очень хорошая. Футболки качественные. Клепки не выскакивают. И при стирке она не тускнеет. Вот. Так, далее посмотрим. Далее у нас идет футболочка с Hello Kitty. Вот такая футболка с Hello Kitty. Очень яркая. Вот. Футболка легкая, тоненькая. Швы очень аккуратно выполнены. Все хорошо сшито. Поэтому на качество как бы я не жалуюсь. Я думаю, что размер пятерочка будет как раз для моей старшей дочери, которой сейчас 6 лет. Потому что на младшую дочку последний раз я покупала размер 3. Вот, а на старшую покупала размер 5. Вот такая футболка. У старшей дочки рост 120 сантиметров. И, как правило, вот эти футболки они как раз. Тут вот девочка с собачкой на машине едут. Вот такая футболка с таким вот рукавчиком, крылышки. Вот такие птички здесь изображены. Так, далее у нас очень интересненькая полосатая футболочка. И вот у нее, по-моему, нет, у нее как раз размеры идут с 18 до 6. 18 месяцев, но я думаю, что размер 18 будет даже на 2 года, он будет вполне как раз. Потому что они идут полноразмерные. Очень симпатичная футболочка, то есть она вот. На рукаве заворотик вот такой, она полосатенькая, очень красивый цветочек, он немножко сейчас разгладится еще. Вот. Так, футболок. Очень приятный хлопок, сзади получается вот так пуговка пришита. Она очень интересной формы, она удлиненная. То есть она вот выглядит, это маечка. Вот она вот так выглядит. Такая вот форма. Такой симпатичный попугай здесь. Все вот эти принты, которые выполнены на футболке, они достаточно хорошо выдерживают стирку и не смываются. Поскольку зебра у нас получилось два одинаковых ряда, этот ряд я пока отложу, буду показывать вам один. То есть вот футболка на 5 лет, откроем ее, посмотрим. Она тоже сделана в виде маечки. Вот здесь такие симпатичные оборочки. Зебра очень яркая, красивая, сама футболка малинового цвета красивая. Так, далее у нас идет вот эта маечка. Так, вот эти футболки, которые с зеброй, кстати, они идут на возраст от 12 до 5 лет. То есть здесь размерный ряд немножко сдвинут. Хотя
Хотя здесь на футболках написан размерный ряд от 2 до 7. Сейчас я проверю. 2, 3, 18 месяцев. Нет, они также идут, получается, от 2 до... От 2 до 6. От 18 месяцев до 6. Так, а в этом ряду, видимо, у нас будет на 12 месяцев еще футболка. Сейчас я проверю. Нет, также от 18 месяцев до 6. Так, следующая футболочка, маечка вернее. Очень симпатичная, с кружавчиками. И вот с такими очками. Вот. Тоже все это хлопочек. Вот. Очень красивая майка. У нас идет футболка с Hello Kitty черного цвета. Я ее вижу. Вот, Hello Kitty, такая музыканта с электрогитарой, бантик блестящий и надпись тоже блестящая, гитара, юбочка, очень симпатичная Hello Kitty, думаю, девчонкам моим понравится. И теперь вот такая футболочка с зебрами. Прямо все с зебрами. Она тоже черного цвета. Это практично. Несмотря на то, что черные футболки я не очень люблю. Мне больше нравятся белые. Ну, черные тоже симпатично выглядят. Принт на них смотрится очень ярко. И это достаточно практично. Ну вот. Сейчас мы померим все эти футболочки. Сделаем небольшой именно обзор, как они выглядят на ребенке. Интересно, вот такие распаковки. Я достаточно часто делаю заказы с сайта 1688. Если вам это интересно, вы можете подписаться на канал. Напишите в комментариях, что бы вам было интересно посмотреть именно в заказе. Пока-пока!